Друзья, приветствую вас на канале «Есть поесть». У всех бывали ситуации, когда нужно что-то очень быстро приготовить к чаю. Сегодня как раз предлагаю такой рецепт. Это кексы, которые готовятся очень быстро, причем вы можете их сделать с морковью или с тыквой. Список ингредиентов открывайте под видео. Соединяю в блендере сырую тыкву или морковь, цедру лимона, растительное масло без запаха, молоко и 2 яйца. Измельчаю до однородности. И отдельно смешиваю сухие ингредиенты. К муке добавляю сахар, ванильный сахар и соль и разрыхлитель. Размешиваю и добавляю сюда тыквенную смесь. Затем размешиваю, только очень недолго. Главное, чтобы объединились все составляющие. Ничего страшного, даже если останутся небольшие комочки. Выкладываю тесто в формочки, не больше, чем наполовину объема. И отправляю выпекаться в заранее разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Проверяю на готовность зубочисткой. После этого кексы можно посыпать сахарной пудрой, можно никак не украшать, но я люблю делать такую кисленькую глазурь. К сахарной пудре в 2 этапа добавляю по чайной ложке лимонного сока и хорошо размешиваю. Получается примерно такая консистенция. Маффины получаются такими мягкими, пористыми и очень ароматными. По желанию можно взять цедру апельсина, а также добавить различные пряности, например, корицу, кардамон, имбирь. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие не менее вкусные и быстрые рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.